Ну как тут не попасть в интернет-зависимость, если почти вся деловая жизнь в прямом смысле слова угодила в сеть? Даже договор обязательного страхования любой автовладелец может заключить, не обращаясь в офисы всенародно любимых страховых компаний. Как это сделать? Разберемся прямо сейчас. Итак, заходим на сайт, внушающий доверие страховой компании, заполняем заявление, отправляем и оплачиваем с помощью доступной вам платежной системы. Да, чуть не забыл. Включаем принтер и распечатываем. Конечно, полисом назвать эту бумагу язык не повернется. Тем не менее, это тоже полис, с той лишь разницей, что получен он в электронном виде. Кстати, пусть вас не отпугивает широко распространенный миф о том, что ваше заявление должно быть подписано усиленной электронной подписью, которую можно получить только в спецорганах и только за плату. Подписать можно и простой подписью. Ее подтверждением может быть даже, например, комбинация из логина и пароля на сайте страховой компании. Или соглашение с компанией о том, что вы будете обращаться к ней только с определенного адреса электронной почты. Удобно? Ну, конечно. Тем более, что страховая компания вряд ли уже сумеет при электронном общении навязать вам страхование жизни или домашних тапочек. Впрочем, на этом удобства закончились и начались неудобства. Правила дорожного движения обязывают водителя иметь при себе и передавать сотруднику полиции для проверки не распечатанный из интернета на домашнем принтере полис ОСАГО, а обыкновенный, всем нам привычный. И любой инспектор ДПС имеет право за отсутствие такого полиса оштрафовать на 500 рублей. Генералы из руководства российской ГАИ, правда, пообещали, что инспекторам ДПС на дороге рекомендовано довольствоваться и электронной версией полиса. Рекомендовано. А значит, на усмотрение инспектора ДПС. А потому во избежание недоразумений, пока в ПДД не внесены дополнения о праве водителя передавать полицейскому полис из принтера, целесообразно вдогонку получить в страховой компании и обычный полис. Поскольку все данные на вас в компании уже есть, его получение займет не более 10 минут. А вы как думали, в этой большой электронной бочке меда не будет маленькой ложки противного дегтя?